Если Министерство экологии считает, что это нормальное явление для того, чтобы люди проживали в таких условиях с маленькими детьми, то у меня просто слов нет. А вы сами не хотите пожить в таких условиях? Это количество моли, находящейся в закрытом балконе. Вы можете наблюдать, что она летает на окнах. При закрытом балконе за сутки. То есть вчера вечером я в 8 часов вечера пропылесосила это все. И сейчас вот такой вот у нас результат. Эту моль невозможно не убрать никаким веществами. Только что я не опрыскивала. Если заметить, то листья имеют специфический окрас, который характеризует как раз-таки нахождение вот этой тополиной моли. Она вот так вот поражает крону деревьев, прикрепляясь изнутри листьев личинками своими.